Приобщение юных славянцев к миру искусства продолжается. Благодаря пушкинской карте ребята получили возможность познакомиться с необычным одноактным балетом «Кармен Сюита». Зрители получили большое удовольствие от выступления артистов на высоком профессиональном уровне. Более 55 лет назад на сцене Большого театра в Москве состоялась премьера одноактного балета «Кармен Сюита», оркестрованного специально для этой постановки композитором Родионом Щедриным. Роль Кармен исполнила знаменитая балерина Майя Плисецкая. Сценическая жизнь балета «Кармен Сюита» начиналась не так легко, но сегодня он ставится и исполняется по всему миру. Кармен продолжает жить, и с каждой новой постановкой ее образ обретает новые грани. Кубанские наследники традиции артистов балета того времени стараются продолжить эстафету нестареющего мастерства. Благодаря тому, что балет одноактный, в нем все лаконично сконцентрировано, основные персонажи постоянно в центре внимания. Удивительная история испанской красавицы до сих пор трогает душу зрителей. Аплодисментами юные славянцы благодарили балетных артистов за яркое выступление. Роль Кармен убедительно исполнила на сцене Славянского городского дома культуры балерина Анастасия Сысоева. Да, я живу ради аплодисментов, ради восторженных эмоций зрителей. Наверное, нужно проживать именно этот балет. Он очень яркий, правильно вы сказали, очень тяжелый. И эмоционально, и физически. Нужно много работать для того, чтобы показать именно те эмоции, которые хотят зритель. Я очень удивлена, что в последнее время ходит молодежь на спектакле, очень этому рада. Интересные мужские образы, созданные кубанскими артистами, также заслужили горячее одобрение славянских зрителей. Самое главное во всех наших ролях – это характер. И тут характер своеобразный. Ну, вы представляете, что такое тореадор? Это любимец публики, это любимец женских сердец, так скажем, то есть знающий, понимающий, что он из себя представляет. Вот, собственно говоря, мы старались им показать этот образ. Да, это одноактный балет, но в нем как раз все собрано, все вместе, там он не разделен на два акта. И наша была задача все сделать укорочено. И в итоге у нас, я в любом случае уверен, все получилось ярко, насыщенно, чтобы вот как раз зрителю это очень нравится, потому что у нас все быстро, ну и красиво. Как бы нельзя ничего лишнего добавить. Для многих ребят этот балетный спектакль стал первым знакомством с миром российского балета. И это произвело на них неизгладимое впечатление. Мне очень понравился балет, у меня остались большие впечатления, я их никогда не забуду. Прекрасные артисты выступили очень ярко, большое им спасибо. Мы получили большие впечатления, которые мы никогда не забудем, которые навсегда останутся с нами. Мы очень сильно хлопали, нам очень понравилось. Спасибо за выступление. Славянские школьники только приоткрыли окно в мир красоты и танцевальной гармонии. Конечно, у них впереди будет еще немало балетных спектаклей и встреч с настоящим искусством. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».